Йоу-йоу-йоу, what's up, чуваки, с вами прослушка. Вот так вот резко начинаем. Короче, ребят, у нас тут несколько синглов вышло, которые надо заценить, послушать. И давайте начнем сразу с Маста Черного Тмина. Вау, неужели он что-то выпустил? Вообще как будто бы не масло. Нет, это тот же масло, но просто вот он сменил немного флоу. Интонацию, или как сказать это. Но звучит он иначе, в общем. Музло, как всегда, атмосферное. Коротенький трек оказался. Печально. Печально. Окей, идем дальше. Останови меня, совместно с Гонфладом. Айра, совместно с Гонфладом. Такой попсовый припев. Ну, Айра, может, он попсовый, конечно, исполнитель. Слушаю этот трек чисто из-за Гонфлада. Все? Ну, трек изначально был не для моих ушей. Он хорош, но просто не для меня. Так, ладно, давайте заценим Сапа 13 и Бульвар Депо. Тоже слушаю чисто из-за депошки. Забавно, депо там на заднем плане. Было бы прикольно, если бы он весь трек так. Тоже все, в принципе, понятно. Немного скучновато. Так, Redo Drill Talk. У него альбом, конечно, вышел. Но я, наверное, его отдельно как-то сам прослушаю. А так, ну, мне просто интересно именно вот этот трек. Drill. Я еще, конечно, Skept of Flow. Короче, я послушаю этот альбом отдельно. Неплохой бит, неплохой флоу. Неплохо, надо будет заценить. Ну как уж пройти мимо? Так, вот что я хотел заценить. Совместочка Noize MC и Дамиала Карпова. Давай сбежим. Я уже знаю, что за тему тут, ну, кому строчки, но я не слышал саму песню. Очень-очень интересно. Давай сбежим, телефоны в авиарежим. Ни Wi-Fi, ни 4G, рядом ни души. Хочу, чтоб только на меня твои глазки смотрели. Чтоб английский твой голос выпадил райские трели. Нужен бежим, Егор. Когда ты поешь своим голосом сладким, как патока, сразу все плаки Кавказа сливаются в радугу. Видя, как я
бегом под твой хит. Прости, парни, танцует хаппи. Сразу все флаги Кавказа. Ой, прям плакать хочется, такая милая песня. Прости, балки, танцует хаппи. Саня Лочин, ты душа мне очень, словно Ваня Кучин. Сколько под твой шансончик, шашлычный брокет, там получик. Сердечко, арабчик, мой кипяточек, помочек, кипяточек. Комочек и кипяточек, другие запатили ритм. Сука! Созданы друг для друга, в наших горе и глазах. Колонии с помощью сёрт, мы с тобой пока зерни туза. Консведи меня с ума своим баритоном на ухо. Когда ты поёшь своим голосом бархатом. О, это очень круто. Киркоров готов променять на тебя Колю Баскова. Ласковый. Киркоров готов променять на тебя Колю Баскова. Ой, очень хорошо вообще, Нойз красавчик, прям классно, вы видели мои эмоции. По поводу того, то, что Егор Крид и Лок Дог слились с батла, я, конечно, это не одобряю. Это было очень некрасиво с их стороны, мое мнение. Типа, они там говорили, мне уже типа некому ничего доказывать, не надо там, тудым-сюдым, ля-ля-ля. Ребята, вы вписались, идите до конца. Вот то же самое я могу сказать про Оксимирона. Ну, типа, это очень некрасиво, по моему мнению. Ну, короче, вы поняли. Не одобряю. Все, поехали. Последний трек. Макс Корж. А, нет, еще будет. Давайте Макс Корж ремикс послушаем. Мало повзрослел, потому что мне нравится диджей Апаши. Тоже не одобрил я, короче, совместку с инстасамкой, но вот этот трек мне очень интересно послушать. Ночь. Крыши частных секторов. Ночью не волнуйся за меня, малый подрос. Мощь. Апаша в своем репертуаре. Хороший ремикс, добавлю себе. Буду гонять на велике под этот трек. Малый подрос. Мне нравится, когда второй дроп отличается от первого. Ну, типа, вы слышали, как в начале было. И вот здесь уже изменения есть. Обожаю эту тему вообще. Классный ремикс. Мне зашло. Не знаю, как вам, мне зашло. Так, Бенц. Так, несколько дней уже хотел прослушать. Бенц, шестый трип. Салам алейкум, Бенц. Сейчас заценим, что тут представил. Звучок неплохой. Одну, где я схожу жизнь, но что там, где ты звонишь 03. Ты быстро идут ко дну. Они распятки, но я не вижу рядом крест. Бодро зовут баду, я не мусор, но беру эти краль под арест. Кто взорвал этот глупой тач? Кто бежит, стёрт в руках. Кто пит, трит, кипит на котлах. Она кашушит на каблуках. Полный пак, она делает. Пушка! Такой грязный трючок, кочевая тема. Бенц хорош, что тут еще скажешь. Игрался, в общем, с флоу. Неплохая тема. Знаете, я вот сейчас слушал и думал, вот сейчас задену такую тему, конечно. Вот музыка 36 есть, и в этом лейбле есть Кали. И вот есть Бенц. И мне кажется, что Бенц смотрелся бы лучше на этом лейбле, чем Кали. Ну, как-то, я не знаю, все, почему-то я не могу принять творчество и музыку, все, что делает Кали. Вот.
Есть у него неплохие треки, но, я не знаю, у Бензы и альбом был неплохой, и вот сейчас сингл тоже очень хороший. Фиг знает. Короче, я все, что хотел сказать по поводу этого, сказал. Идем дальше. Я не знаю, что там произошло. Общаются они, не общаются. Просто вот сказал, что думаю. Хлой Бэнг. Он представлял... У него было пару синглов, которые я слушал. Они мне нравились. Играли в плеере. Такие кочевые. Такой хип-хопчик, короче, олдскульный был. Интересно, что у нас здесь. Так, ну начало такое многообещающее. К чему-то готовит, прям будто нарастание такое. Это что, Bones? Bones, кто там еще? Night Lowell. И в комментариях сравнивают с Night Lowell. Даже не знаю, что сказать. Ну, очень напоминает Night Lowell, вот Bones, там, не знаю, всех рэперов, которые делают в такой cloud rap. Сложно отличаться, я все понимаю. Но у Хаджиме такого не было, поэтому очень даже неплохо. Круто. Чисто бит под конец, обожаю эту тему. Добавил я себе, буду гонять в плеере, не знаю сколько, но по-любому буду слушать. Поддерживаю, ребят. Как могу вообще поддерживаю. Так. Вот это, наверное, один из любимых у него. Да. И Balance тоже. Крутые темы вообще. Так, ладно. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, какие песни вам зашли больше всего. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, жмите на колокольчик, вся фигня, короче. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out.